Три. Коня! Полцарства за коня! В смысле, им бы самим сейчас в седло, чтоб верный Буцефал гонял на скорость по этой вот полосе препятствий, чтоб это он брал сходу заборы, чтоб это он со своей-то высотой в холке полоскался в речке Цон. Кстати, зря говорят, что в одну воду не войдешь дважды. Тем, кто бежал несколько километров по весьма пересеченной местности у деревни Сеножатная, что под Нарышкино, полагалось два раза штурмовать водное препятствие. И пока не бегали по другому уже берегу, вода, в которую они врезались с воплями в первый раз, уже доставлялась течением к месту нового брода. Так вот, про коня. Рядом с полосой препятствий, известной как тропа Вятичей, на которой уже третий год подряд и в пятый раз в сумме была проведена одноименная спортивно-патриотическая эстафета, расположились лагерем сочувствующие участникам этой гонки и всевозможные болельщики. Это вот прилавки рукодельницы из клуба «Вечерки в Орле». Куклы-обереги для семьи, для матерей и для хозяек. Вот, допустим, кукла-благополучница. Само название говорит о том, что она несет в дом, в семью благополучие. Насчитывали обереги для мужчин такие, как конь, символ силы, мудрости мужской, для того, чтобы мужчина был всегда на коне. Ведь был обряд инициации мальчика, сажение на коня. Зритель наверняка услышал фон к интервью. Им стали слова и музыка, авторы и исполнители бодрящих и лидических, но всегда патриотических и мужских песен. Это Вячеслав Корнеев по прозвищу Леший. За свою служивую жизнь он прошел отнюдь не одну полосу препятствий. Отсюда наш закономерный вопрос. Я действительно проходил много различных вариантов тропы разведчика, но больше всего мне понравилась та тропа, которую я строил своими руками, когда служил в 45-м полку спецназа воздушно-десантных войск. И мы, разведчики этого полка, сами для себя строили полосу препятствий. Она до сих пор функционирует. И она жесткая, скажу я вам. Кроме этого бойца спецназа были и другие прямо на тропе Вятичей. Отряд «Ягуар» Управления Федеральной службы исполнения наказания является одним из организаторов этой эстафеты, помогая молодежной общественной организации «Вятичи», которая все и придумала. Ах да, в этот раз тропой Вятичей прошли 25 команд по 5 человек, плюс и ребята, бегущие в личном зачете. Всего чуть меньше полутора сотен участников, включая Сергея Руднева, телеоператора Первого областного, решившего таким образом по отлыне чуть-чуть от работы. Хороша водичка. Большинство это воспитанники нашего клуба, клуба «Вятич», и просторонние люди, которые мне безразлично свое тело, свой дух, свое отношение к жизни, скорее всего. Кто-то из этих участников, быть может, и впрямь мечтал о коне, чтоб помогал на трассе. Кто-то, не в обиду сказать, и сам был как конь, все пер и пер. И пусть следующее прозвучит чуть пафосно и приторно, но все, вставшие на тропу Вятичей, коня заслуживают. Буцефала достойны. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.